Военный суд занимает это здание с 1982 года. Площадь, которая нам выделена, составляла всего лишь 350 метров квадратных, что для суда из 7 составов, то есть в который входит 7 судей, это очень мало. Потребность вот для такого количества судей составляет примерно 1500 квадратных метров. В кабинетах сидят секретари по 2 и по 3 человека. И судьи вынуждены сидеть с помощниками. А самая главная большая беда – это то, что у нас всего лишь 2 зала судебных заседаний. И в те дни, когда запланировано несколько судебных процессов, возникают крайние неудобства, сложности с организацией именно рассмотрения судебных дел. Но в настоящее время положение меняется к лучшему. Я хочу рассказать, что еще в 2012 году министр обороны подписал приказ о высвобождении имущества. Здание, которое расположено на улице Качинцев, 108, это бывшее здание военной поликлиники. Это здание было передано в оперативное управление судебному департаменту по Волгоградской области. И в настоящее время ведутся работы по реконструкции этого здания. Проведены проектно-изыскательские работы. Сейчас идет аукцион на определение подрядчика, который будет заниматься ремонтом этого здания. Здание, которое было выделено, оно находится в очень плохом состоянии, потому что здание 59-го года постройки, и там предстоит сделать большой объем работы. Под это уже выделены федеральные деньги. Капитальный ремонт предполагает замену труб отопления, окон, кровли, внутренней работы здания. Мы все-таки надеемся, что в следующем году мы исправим новоселье.